Кого может помиловать президент США? По данным американских СМИ, справку на эту тему недавно запросил Дональд Трамп. На вопрос, готовит ли он поле для отступления, если дело о Russiagate зайдет слишком далеко, глава Белого дома уже ответил в своем твиттере. Я соглашусь, что у президента США есть полномочия на помилование, но зачем об этом думать, если единственное преступление на данный момент – это слив против нас информации, лживые новости. Ну а кольцо вокруг соратников Трампа сжимается. По данным Washington Post, спецслужбы перехватили отчеты теперь уже бывшего посла России в США Сергея Кисляка об обсуждении важных для Москвы вопросов с экс-советником Трампом по международной политике и генпрокурором Джеффом Сэшенс во время избирательной кампании. Под ударом и семья Трампа, его сын Дональд Джуниор, как выяснилось, был готов раздобыть в России компромат на Хиллари Клинтон. Еще один фигурант – зять Джаред Кушнер. По закону президент США может предоставить иммунитет родственникам и помощникам, и тогда ведущему расследование спецпрокурору Мюллеру придется исключить их из списка подозреваемых.